Совсем скоро новый асфальт появится вокруг детского сада и игровой зоны. Жители говорят, сейчас детская площадка оставляет желать лучшего. Чтобы дети могли поиграть, им приходится ходить в соседние дворы. Поэтому собственных горок и турников ждут с нетерпением. Хотел бы, чтобы были качели, карусель для детей, чтобы была песочная, чтобы была зона зеленая. Чтобы можно было играть им, детям маленького возраста и взрослого возраста. Во дворе появится новая хоккейная калда с резиновым покрытием. Летом ребята смогут здесь заниматься футболом, зимой – хоккеем. Двор большой. Здесь уместится 3 игровых комплекса для детей всех возрастов. Территория вошла в тройку лидеров голосования по программе «Комфортная городская среда». Также будет создана тренажерная площадка для молодежи. А остальные уже мероприятия мы будем проводить самостоятельно с жителями. То есть мы благоустроим место для отдыха пенсионеров, создадим площадку для выгула собак. То есть постараемся максимально учесть все предложения жителей и всех социальных категорий. Жители следят за работами в режиме онлайн и не дают спуску рабочим. Меня очень радует, что жители у нас самоорганизованы, что общественный совет у нас работает, что люди каждый день контролируют подрядчиков, как они выполняют свои обязательства. А сейчас самая главная проблема для жителей – это, естественно, парковка. А в связи с этим в рамках комфортной городской среды будут как раз убираться у нас гаражи. На радость автолюбителям в дворе появится 30 дополнительных парковочных мест. Торжественное открытие детской площадки запланировано на сентябрь. Всего в этом году в Самаре преобразится еще около 100 дворов и больше 20 общественных территорий. Даниил Лычко, Григорий Плешаков. События.